меня под пленочкой. В целом тазики уже поклевываются. Редисочка. Пленочку одену обратно. Короче, садила я во вторник, поздно вечером. Нет еще двух суток. Но уже всходит. Кто молодец? Я молодец. А здесь у нас Александра. С утра пораньше. А здесь у меня эпомея. Ну, я не знаю, из 20 семян 12 уже взошло. Как вам моя всхожесть? И, девчонки, кому колонхой нужен? Короче, мы тогда обрезали, не выкинули. Оно в воде постояло, оказывается, его можно обрезать, оно корни дает. И у нас теперь дофига. Если кому-то нужно, пишите, забирайте. Вот, за горшочек потом просто отблагодарите. За донейшн, как говорят на Бали. То есть за любую благодарность. Окей? Вот, либо можем поменяться на какой-нибудь красивый ваш цветок с горшком. Либо пересажу. Давайте поменяемся. Я герань очень хочу. Лимонник у кого есть. Вот герань мне прям очень нужна. Прям в любом состоянии. Может, кто-то выкидывать собрался. Я их хочу посадить на улице. А это мои помидорки. Здесь у меня 6 сортов. Самый что-то вяленький, это у нас Uncle Ben's, не знаю. Все остальное видите. И опа! Опять колонхой. Получается, было 10 семян. Ну, 3 мне как-то они не понравились. Вот, и 7 уже вот такие вот. Садила 30 марта. А это мои любимые гибискусы. Самое интересное, да, цветок вот. Каждый день радует, их много. Вот, я вот обрезала здесь. Короче, пытаюсь сформировать крону, чтобы он попушнее был. А в Турции, знаете, да, я Турцию обожаю. И опять колонхой. Ребят, ну, блин, жалко выкидывать, они же такие классненькие. Вот, этот, в Турции этот цветок очень популярный. А это мои любимые гибискусы. Самое интересное, да, цветок вот каждый день радует, их много. Вот, я вот обрезала здесь. Короче, пытаюсь сформировать крону, чтобы он попушнее был. Вот перец. Ну, я его еще и сделала. Луковые лепешки, наконец-то. Но они не очень красивые, поэтому я их не буду попробовать. Но вкусные. А это все, что осталось мне. Сейчас закину сторис. После чего. Видите, пальчик мой прибитый. Ну ничего, ноготь вроде не отслаивается там. Цветочек. Это будущие места. Под цветочки. В общем, если вы не поняли, что Иришка призывает к тому, чтобы вы и не красились дома самостоятельно на карантине, то я вам об этом говорю. Видите, я даже в кепке хожу. Ну, у меня куча еще седых волос, я не красишусь уже сильно за. Гулять, айда кушать мороженое, пойдем? Айда, пойдем. Ну айда, давай. Айда, Саша, пойдем. Ну вкусное мороженое, пойдем. Айда. Ням-ням-ням-ням-ням. Айда. Айда. Не хочет она, не хочет. Ни мороженое не хочет, домой не хочет. Айда. Пойдем. Пойдем. Звезда из Инстаграма. Айда.
все скажу, вырубайте камеру. И вот такие вот у нас ви-ви-ви тут, да? Шурик, пойдем гулять? Ой, домой пойдем? Быстрей! 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 Бегом! Айда домой! Айда! Айда! Че? Нет? Нет? Ну пока, все. Мама, вали. Все. И кот домой не хочет. И башка у нас тут тусуется. Короче, вот думаю, может мне себе легкую химию сделать. Надоело мне подкручивать кончики. Тут-то все объемчик хороший. Не знаю, посмотрю. На бигуди.